70 лошадиных сил под капотом у этой победы. У Варшавы, прошу прощения, у победы 52. То есть... Все получилось. Петр Рафал-Садовский за рулем Варшавы. Он приехал в Калининград вместе со своей дочерью. Владельцем этого автомобиля раньше был таксист из города Гдыни, который в течение 20 лет возил туристов по Гдыни. Эта Варшава проехала, вот тоже акцентирую внимание, она проехала около 1 миллиона километров. Смотрите, как она выглядит. И сейчас Петр Рафал-Садовский ездит по всем странам Европы, на все выставки на этой Варшаве.